время как король тяжелого веса UFC Фрэнсис Нгану готовится к встрече с временным обладателем титула Сирилом Ганном, Стипе Миочич находится в подвешенном состоянии. Миочич желает выйти в октагон снова против Нгану, который отобрал у него титул нокаутом в начале года, но промоушену эта идея явно не нравится. «В очередь», — говорит Дана Уайт. Конечно, американец недоволен этой ситуацией и своей нынешней карьерой в UFC. Но все-таки есть несколько причин, по которым боец больше не входит в число любимчиков промоушена. Первая и самая очевидная причина – Стипе Миочич не самый продаваемый боец UFC. Несмотря на то, что он дважды выигрывал титул в тяжелом весе, 4 раза защищал его, больше всего в истории, Стипе в значительной степени оставался незамеченным. Миочич не самый активный болтун и не слишком много говорит о том, что связано с его работой в UFC. Миочич даже заявил перед матчем-реваншем с Гану, что промоушен очень хотел, чтобы Хищник одержал над ним победу. И давайте посмотрим правде в глаза. Нгану более продаваемый боец, как француз африканского происхождения, который пережил огромные трудности в своей жизни. Плюс ко всему, он отличный панчер, и на бои с его участием действительно интересно посмотреть. Если согласны со мной, ставьте лайк. Конкурент на способность Миочича или его отсутствие, несомненно, сыграли роль в том, что UFC отстраняется от него. Следующая причина – Стипе открыто заявлял о своем недовольстве нынешней ситуации. В течение последних нескольких месяцев и даже перед боем с Гану Стипе Миочич высказывал недовольство работы промоушена. И все мы знаем, что UFC и его президент не любят критику. Миочич имеет долгую и слегка запятнанную историю с Дана Уайтом. Прежде чем стать чемпионом, американец утверждал, что ему пришлось слишком долго ждать титульного поединка. Дело достигло апогея на UFC 220. Чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич, защитивший свой титул в бою с Фрэнсисом Нгану, не позволил Дане Уайту одеть на себя золотой пояс, а поручил это своему тренеру. Не думаю, что Уайт был в восторге от этой ситуации. И последняя причина – Стипе Миочич приближается к завершению своей карьеры в UFC. Стипе 39 лет, ему осталось не так много времени, чтобы быть топ-бойцом. Последние 3 года он сосредоточился только на 2 противниках – Нгану и Даниэль Кормье. Хотя тяжеловесы обычно сражаются до более старшего возраста, чем бойцы других весовых категорий, Миочич приближается к 40 годам. Даже если он каким-то образом снова победит Нгану, у него останется несколько боев и на пенсию. Уход Миочича, который, как ожидается, произойдет в ближайшем будущем, не принесет UFC никакой пользы. Они предпочли бы иметь более молодых бойцов на вершине дивизиона, таких как Нгану или Сирил Ган. Что думаете по этому поводу? Дадут ли титульный поединок Стипе или уже на это рассчитывать ему не стоит? Свое мнение пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока. Ага, и все недостатки лучше видны. Стипе? Ой, блин. Надо было говорить до конца.